Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня для вас работаю я, Ирина Чекунова. А эксперты сегодняшней программы представляю. Итак, Сергей Александрович Безруков, полковник полиции, заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области, начальник центра лицензионно-разрешительной работы. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович Тышковский, полковник полиции, заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии России по Тверской области. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченный по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы в нашем разговоре вернемся к недавней трагедии в Казани, где были расстреляны школьники и педагоги, и поговорим о том, как же защищены наши дети в школах, в детских садах, что мы можем противопоставить такой агрессии, и как получилось, что у психически неуравновешенного, скажем так, человека, агрессивного человека, имелось оружие. Обо всем об этом поговорим сегодня. Звоните, еще раз напоминаю, 300-190, задавайте свои вопросы. А начнем, наверное, Олег Владимирович, с вашей темы. Итак, стоят ли на охране, у вневедомственной охраны, детские учреждения? Это школа, детские сады, может быть, вузы? И кто еще занимается охраной этих объектов? Ну, для начала хотелось бы остановиться на цифрах и их озвучить. Значит, на сегодняшний день под охраной находится 808 объектов образования. Значит, это имеется в виду, сюда входит 207 школ, 338 детских садов, 97 колледжей и других среднеспециальных учебных заведений, 28 высших учебных заведений. То есть вузы тоже охраняете? Так точно, да. А вот 808 вот этих объектов, которые вы сказали, это все, что есть, или это как-то избрачно? Значит, смотрите, на сегодняшний день Росгвардия непосредственно вневедомственная охрана в Тверском регионе представлена в 21 районе. Это город Тверь и районы, значит, нашей области. Угу. Соответственно, абсолютно все 100% образовательных учреждений, там, где мы представлены, значит, находятся под охраной. Что имеется в виду, когда я говорю, что данное учебное заведение находится под охраной? Это установка, как правило, в основном порядка 90%, установка тревожных кнопок на контрольных пунктах. Это та самая вот тревожная кнопка, которая сработала там вот в Казани, да? Да, экстренного вызова сотрудников полиции. Вот давайте вот такой вот случай. Вот сработала тревожная кнопка. Куда поступает звонок, как дальше действие, алгоритм действия? Кто выезжает, какое время выезда? Значит, ежесуточно у нас заступают 26 групп задержания. Соответственно, при сработке тревожной кнопки она поступает тревожный сигнал непосредственно на пункт централизованной охраны, где круглосуточно дежурят наши сотрудники и работники в том числе. И дальше уже непосредственно группа задержания, которая находится на маршрутах патрулирования в районах. То есть они так по районам, да, чтобы далеко не ехать через весь город? Конечно. Да? Они кто ближе? Да, кто ближе. Угу. Ну, если, допустим, к примеру, рассматривать город Тверь, у нас 4 района. Соответственно, да, в каждом районе закреплена определенная группа задержания, которые его более лучше знают. Они, как бы, маршруты патрулирования распределены именно таким образом, чтобы максимально короткое время добраться до участков, как бы, с зоны непосредственно, в которой они находятся. У вас есть, вот как в скорой помощи существует такое вот золотое время, да, вот в среднем, или это зависит от адреса, когда вы прибываете, минута, две, десять? Значит, как правило, от 3 до 5 минут, но это, конечно, в час пик, да, мы понимаем, что это, конечно, ну, мы используем световые и звуковые оповещения, угу, да, угу, в рамках правил дорожного движения, стараемся максимально быстро прибыть, но это, угу, где-то, как правило, от 3 до 5, но есть случаи и менее минуты, то есть в зависимости от того, где находятся наши сотрудники. Ага. Олег Владимирович, вы сказали 26 групп задержаний. Это по Твери имеется в виду? Нет, или это имеется по в виду области? Город Тверь и область. Вот все вот эти районы, да, где вы это работаете, этого достаточно, как жизнь показывает? Знаете, ну, мне сложно судить, конечно, бы хотелось бы представлять,
Росгвардию гораздо в больших, да, районах, но это не наш вопрос, это вопрос штатного расписания, который непосредственно решается и принимается решение наверху в соответствующих, как бы, наших подразделениях. А были случаи вот такие, ну вот, слава богу, что как бы наш город относительно спокойно, мы живем, дай бог, дальше так, чтобы продолжалось. Но случаи, когда вот приходилось вот выезжать вот именно в школы, какая-то нештатная ситуация? Ну, если рассматривать как бы непосредственно ваш вопрос, да, все вызовы, и мы проводим работу, инструктажи с нашими, значит, подчиненными, все вызовы сотрудниками групп задержания, ну и дежурными частями, они воспринимаются в первую очередь как боевые изначально, да? Уже непосредственно прибыв на боевой вызов, дальше уже идет разбор. Слава богу, в нашем регионе таких случаев не было, я надеюсь, что не будет. Но случаи бывают разные, и нарушения общественного порядка, и появление на территории образовательных учреждений лиц, которые там не могут находиться, лиц в состоянии алкогольного опьянения. Ну и совместными усилиями мы, конечно, стараемся все эти пресекать. Очень важно здесь отметить, что, значит, как бы время нашего прибытие, да, оно начинает отсчет от непосредственно нажатия тревожной кнопки. От нажатия? Да. Ну, в смысле, поэтому... а вот, ну, нажатие, это сразу же поступление идет, да, на пульт? Незамедлительно. Поэтому очень много, конечно, зависит непосредственно от должностных лиц, которые нажимают. Кто находится там непосредственно в школе, кто видит, что что-то происходит не так, да? И здесь, в этом случае, наверное, не нужно бояться, что перестраховаться. Лучше перестраховаться, скажем так, конечно. Да? Что пусть этот вызов окажется ложным, но зато вы можете спасти кого-то реально. Конечно. Кстати, вы выезжаете, ваши группы задержания, это, естественно, боевое оружие. Да, это автоматическое, в том числе, боевое оружие. А полномочия какие по защите ребенка? Вот какими вы располагаете полномочия? В случае чего вы можете открыть огонь, да, если это какой-то вооруженный преступник? Значит, да, в рамках федерального закона о войсках Национальной гвардии у нас есть все полномочия для применения физической силы, специальных средств и боевого оружия. Поэтому, вот, да, обсуждая эту тему на многих федеральных каналах, да, люди говорили, высказывались, ряд специалистов, о том, что хорошо бы вообще поставить, вот как инспектор ДПС стоит на дороге, как хорошо бы на каждом перекрестке инспектор ДПС поставить, тогда бы у нас не было аварий, как все говорят, да, потому что человек, когда видит сотрудника в форме, это как бы его дисциплинирует. И здесь хорошо бы по одному, лучше два сотрудника Росгвардии в каждую школу, вуз и колледж. Вообще, как вы смотрите на это и хватит ли реально сил? Ну, давайте, наверное, отвечая на этот вопрос, как бы, хотелось бы сказать, что, конечно, только выставление сотрудников Росгвардии на объекты данной категории не решит всю проблему, мы это прекрасно понимаем. А возможности, ну, наверное, действительно, на сегодняшний день, исходя из оргштатного расписания, которое мы располагаем, нет возможности выставить физическую охрану в каждом, как бы, на каждом объекте данной категории. Если этот вопрос будет дальше прорабатываться, то, соответственно, мы всегда готовы. Ну, это что называется, да, это как Москва решит, да, что это... будет. Уважаемые друзья, 10 минут подошли к концу, мы прерываемся на небольшую рекламу, буквально несколько минут, 300-190, телефон прямого эфира, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Телефон прямого эфира 300-190. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня обсуждаем безопасность наших детей и подростков в школьных и дошкольных учебных заведениях. Ну, это, наверное, также касается и тех же колледжей и вузов, потому что везде безопасность жителей, она очень важна вообще каждого человека. Олег Владимирович, мы с вами говорили до перерыва о том, что 26
групп задержания. И что если, конечно, сверху приказ будет, то и в каждой школе найдется по сотруднику Росгвардии, что называется, который будет осуществлять безопасность. Пока этого нет, кто реально сейчас в самой школе, кому нажимать вот эту самую тревожную кнопку? Да? Это какой-то вахтер, это сотрудник ЧОП, кто это? Ну, во всех образовательных учреждениях, конечно, все как бы по-разному. Где-то выставляется физическая охрана частно-охранных предприятий, где-то ведомственные сторожа, то есть непосредственно находящиеся в штате образовательного учреждения. И, соответственно, они именно... Ну, мы как бы изначально устанавливаем тревожные средства, тревожной сигнализации, чтобы ими максимально короткое время могли освоить. То есть удобно где-то, да, там, где находится. Потому что это не обязательно, допустим, у вахтера, да, где вахтера нету, есть там, допустим, директор, есть заместитель. То есть везде, конечно, мы подходим индивидуально. Если мы рассматриваем непосредственно зону в виде контрольно-пропускного пункта, да, на территорию, то там, как правило, конечно, находится какой-то охранник какого-то ведомства. Ну, хотя вот, Лариса Анатольевна, вот меня очень поразило, что Олег Владимирович сказал, где-то, может быть, если нет сотрудника, допустим, который сидит на вахте, директор может отлучиться, много дел, завуч может уйти на уроки. Кто охраняет-то? Вы вообще вот как-то вот знаете специфику этого вопроса? Да, конечно. У нас, посмотрите, у нас же есть в Тверской области не только город Тверь, только крупные города. У нас есть маленькие малокомплектные сельские школы. Понятно, что отдельную ставку охранника, там, да, тем более нанимать ЧОП туда, но если там учатся там 20 детей, понятно, что это даже экономически малоцелесообразно. То есть между собой, да? Они как-то, да, учителя и понятно, что да, здесь как бы другой вопрос. Там нет у нас единого требования к такого стандарта безопасности, да, и поэтому каждая школа исходит из своих потребностей и своих возможностей. Да, есть единое требование к техническому сопровождению этого вопроса. Это вот требования пожарно-охранной сигнализации, тревожные кнопки, причем тревожные кнопки, они могут быть не только стационарными, но еще и переносными. И переносные, да, бывают тревожные кнопки? Да, и, соответственно, то есть, ну, если нет вахтера, соответственно, да, то что делает руководитель образовательной организации? Во-первых, у него может быть зам по безопасности, которому он может доверять такую важную задачу, может сам себя охранить, может назначать дежурство педагогов, там, да, если это мы говорим про какие-то небольшие школы. Соответственно, эта кнопка может быть просто, ну, передаваться по... Ну, как мобильный телефон, да, как мобильный, да, телефон. Нажать просто, стоит только сделать одно нажатие пальцем, да? Да, да, поэтому варианты есть, слава богу, как говорится, что мы пока не имели возможности такой несчастной испытать это вот в деле, но, опять же, технически вот все школы у нас этими тревожными кнопками оснащены, как, впрочем, и, например, детские загородные оздоровительные лагеря. Угу. Это обязательное требование, без которого, то в принципе, самое, невозможно, да, открыть лагерь. Тоже детские загородные в вашей компетенции относятся, уважаемые? Те, которые находятся в зоне действия наших подразделений, да, они выводятся. Непосредственно тревожный сигнал выводится на пульты вневедомственной охраны. И туда уже, ну, конечно, там за 2 минуты туда не приехать. Ну, но физическая охрана частных охранных организаций. В любом случае сотрудники ЧОП осуществляют пропускной режим. Нет, в загородных лагерях у нас, да, все-таки заключены договора с частными охранными предприятиями. Да, поэтому помимо вот этой охранной кнопки, охранной сигнализации, есть еще физическая охрана. Ну, вот вы очень важную вещь, хотя мы ее уже произносили здесь, Лариса Анатольевна, сказали, хорошо, что у нас этого не было. На случай, чтобы, что называется, тяжело в учении, легко в бою. Прорабатываются как-то в какие-то учения у вас, бывают вот такие нештатные ситуации? Ну, что касается учебных тренировок, действительно, у нас есть планы. Значит, на образовательных учреждениях в течение года мы проводим практически на всех учебных заведениях. Значит, непосредственно, плюс еще ежедневно у нас это прописано и в инструкциях, и в контрактах, заключаемых на предоставление охранных услуг. Предписана ежедневная проверка работоспособности технических средств охраны. То есть ты нажимаешь ежедневно кнопку, да, а там что-то замкнуло, чтобы или не забыла, не та же там, да, ну, тот представитель, который непосредственно пользуется этой сигналом, угу, как ей пользоваться. Плюс техника есть техника, ей свойственно ломаться, да. Плюс ежемесячно непосредственно эта вся сигнализация обслуживается. То есть мы, конечно, непосредственно, опять же, повторюсь, тех
района, где мы представлены, мы, конечно, за этим тщательно следим. Вот мы обсуждали то, что как вообще человек, что может уберечь. Вот что касается Росгвардии, то здесь как бы система налажена, да, идет человек. Что могло его остановить, если бы были те же сотрудники Росгвардии, да? Это все равно такой чисто человеческий фактор, кого пропускать, кого нет. Я знаю, что во многих вузах в том числе, и, а может быть, сейчас и в школах давно не было, вот такая вот вертушка стоит, да, которая пропускает, либо у тебя есть какой-то кодовый знак, и человек проходит, либо он не проходит. Здесь что могло бы остановить вот этого, я его называю подростком еще, пусть ему 19 лет, но все-таки. Лариса Анатольевна, по-вашему, вот вы говорили, что закрытая дверь, да? Просто закрытая дверь. Действительно, у нас есть образовательные организации, которые на период проведения занятий просто закрывают дверь. Соответственно, войти и выйти можно только выйти, соответственно, с разрешения учителя, запиской от него, войти только по согласованию с администрацией школы. То есть кто, куда, зачем идет. Соответственно, как бы вот, да, этот момент многих останавливает. То есть, ну, такие сложности, да, вот если родилась в голове там безумная идея причинить вред окружающим, вряд ли вот такие сложности будут там вот преодолеваться, потому что это нужно сделать определенные действия, а человек в состоянии аффекта, в общем-то, на такие разумные действия уже мало способен. Поэтому это вот один из факторов. Во-вторых, конечно, наверное, надо обратить внимание на то, что ну и предыдущие случаи об этом тоже говорят, что человек шел по улице, да, человек где-то оставлял свои следы в интернете, он об этом сообщал, и все при всем при этом не нашлось какого-то там активного там, да, гражданина, который бы его остановил просто. Да, мы видели, мы видели все, причем он шел по улице с оружием. И это страшно, на самом деле, потому что, ну, нельзя быть таким равнодушным, когда вот мы получаем вот такое последствие, да, катастрофическое, трагическое для нас. Это вот этот вот один из уроков, да, наверное, которые мы должны извлечь из этой трагедии, отношение человека к другим людям, вообще просто о неравнодушии мы говорим постоянно, да, если бы кто-то обратил внимание, если бы кто-то позвонил в полицию или сказал, вот что-то странное, да, происходит. Да, ну, может быть, удалось бы остановить. И, ну, еще один, наверное, мне кажется, главный, да, фактор, который мог остановить, это семья. Тут, наверное, не надо далеко ходить за примерами. Как правило, все вот эти вот человеческие комплексы, обиды на весь мир, там, на всю вселенную, они, в общем-то, растут из семьи. Да? То есть даже если ребенок или подросток, молодой человек подвергается травле, буллингу в среде своих сверстников, но при этом в семье у него, да, есть взаимопонимание с родителями, есть контакты, есть какой-то ресурс для восполнения вот этой травмы, то, наверное, это не произошло бы. Да? Но в данном случае мы имеем место, вот мы имеем дело с общим таким равнодушием, и равнодушием как вот вовне, так и, в общем-то, во внутренней среде, в семье. Нельзя, конечно, тут так огульно обвинять, но я думаю, что это просто травма, в том числе и для родителей, которые, в общем-то, наверное, теперь увидели воочию все ошибки, которые они допустили в воспитании своего ребенка. Это беда, и с этой бедой очень сложно, наверное, будет жить теперь, да, потому что, ну, как последствия, в общем-то, они достаточно трагические, да. Поэтому, что бы мы ни делали, физически, как бы мы ни защищались, всегда найдутся личности, которые будут готовы испробовать мир на прочность, попытаться перехитрить все системы охраны, превозмочь силой или там оружием, или еще чем-то хитростью все физические средства охраны, да, и все равно, даже если мы защитим сейчас школы, детские сады, колледжи, у нас останутся под угрозой больницы, да, библиотеки, да, социальные, да, учреждения, да, в конце концов, там офисные здания. То есть в любом случае это будет некий такой, знаете, это гонка вооружений, так, на поражение. Буквально кто кого там лучше защитит, или кто кого лучше, вот, наоборот, вовлечет в такие вот нехорошие вещи. И мы говорили в перерыве, да, что это для человека была своеобразная как игра, да, как компьютерная игра, как новый уровень прохождения этой игры. Ну, не исключено, да, потому что выросло поколение людей, которые вот они взрослены на этой тематике, да, когда ты не можешь в реальном мире себя никаким образом
чувствовать победителем, да, кроме как вот не в виртуальной игре, где ты раскрываешься как суперкрутой человек, который там правит миром, который управляет всеми. Соответственно, стирается грань между виртуальным миром, реальным, и хочется то же самое, те же самые ощущения властелина мира перенести из виртуальной реальности вот в реальность нашу обыденную. Вот, собственно говоря, наверное, что и происходит сейчас. И, соответственно, наши предпринимаемые меры безопасности, я не говорю, что они не нужны, они, конечно, нужны в разумных пределах, но я боюсь, что это будет всего лишь переходом к новому уровню, скажем так, да, достижения этих личностей, которые не могут себя найти в реальной жизни и будут пытаться заслужить вот такую свою долю сомнительной славы вот в виде таких действий. Потому что, честно говоря, я бы вот запретила вообще трансляцию фамилий, имен, фотографий, изображений таких людей, просто чтобы они были преданы забвению. А потому что это уже для него, это на самом деле слова. О нем узнала вся страна, весь мир узнал. Что сейчас творится в подростковых тиктоках и в таких вот аккаунтах Инстаграм и ВКонтакте, когда появились масса подражателей, плачущих девочек по этому герою. Это пример, они воспринимают его как героя. Это герой, это романтический герой, прям практически, понимаете, это вообще страшная вещь. Поэтому принципиально нужно принять решение законодательное, не транслировать ни изображение, ни видеоизображение, не просто даже вот стереть его персональные личные данные со всех средств массовой информации, с сетей, там, да, просто вот, чтобы запретить даже упоминания. Они этого не заслуживают. Заслужат внимание герои, а это антигерои. Про них говорить, наверное, не стоит. Ну, надо же, как вот срабатывает подростковая психика, да, что вот вы сказали, что подражатели. Я сразу вспоминаю на смерть Есенина Маяковского, да, когда, ну, все-таки поэт, да, когда пошла серия подражательства, серия самоубийств, а здесь уже новый герой. Это вот то самое потерянное в чем-то вот морально-нравственное поколение, где сместились акценты, наверное, ценностей, да, вот о чем мы говорили за этим круглым столом неоднократно? Ну, наверное, да. Относительно того, у родителей вот после вот этого случая или, может быть, до этого, обращались ли к вам вот в институт усовершенствования, усовершенствования учителей, хотела оговорка, по защите прав ребенка, относительно беспокойства за судьбу своих детей, что им кажется взрослым, что чего-то не хватает в безопасности, или родители, взрослые этим не озабочены? Вы знаете, вот прям конкретных жалоб на что-либо не было, но в частных беседах, конечно, разное мнение высказывается, разные точки зрения, некоторые, конечно, родители, понятно, да, что когда происходит такое жуткое событие, хочется просто спрятаться, там, да, ребенка своего прикрыть, огородиться забором 6-метровым, сверху железную плиту, и как бы все, чтобы вообще никто даже близко не подошел к своему нашему ребенку. Но как бы неправильно это, потому что если мы будем сами демонстрируют эти вот панические настроения, то, что мы теперь боимся всего в этом мире, то, в общем-то, ребенка... Но, по большому счету, вот такие вот люди, они этого и добиваются. Да, да? Ребенка мы вырастим просто неврастенником, который не способен жить вообще совершенно, и не способен принимать решения, не способен каким-то образом нести ответственность за эти решения. Там, да? Во-первых, он будет полностью под властью родителей, да, и бояться всего того, чего боятся родители. Ну и, во-вторых, конечно, вот эта вот боязнь всего мира, она ни к чему хорошему не приведет. То есть мы получим людей, которые не способны даже развиваться, не способны выйти на улицу, потому что там опасно, там может случиться ДТП. Поэтому здесь, конечно, есть и другие родители, которые говорят, что начать нужно с другого, с глобального, да, с того, кто влияет на умы наших детей, кто им вкладывает в голову вот эти вот такие странные и уже, наверное, неприемлемые моральные антиценности. И эта задача, в общем-то, не наша с вами, таком на бытовом уровне. Угу. Это задача общеглобальная. И вопрос встает снова о том, какое государство занимает позицию в этом деле, какую воспитательную позицию занимает. Да? То, что мы сейчас видим, это практически полная вот такая свобода, даже, наверное, анархия в выражении своего мнения, да, которое, в общем-то, пока что нам
преподносит вот таких вот он личностей. Он зачерпнул эту, скажем так, идею где-то извне, по-вашему? Это тот же самый интернет, это те же самые группы какие-то? Кто взрастил в нем эту мысль? Или это что-то, это или уже поток больного сознания? Ирина, я не знаю, потому что следственные действия не завершены, соответственно, пока информация эта не распространяется, но в средствах массовой информации появилась информация, что там один из его сокурсников говорил о том, что этот юноша предлагал ему вступить в его секту, какое-то братство, да, что-то такое. Уже. Что это было, сам ли он это придумал, либо там тоже он был вербовщиком какого-то движения. Пускай с этим работают правоохранительные органы, работают, я думаю, они будут тщательно, потому что все мы понимаем, что за этим может, ну, в общем-то, последовать и другие события, и не в одном городе. Поэтому, конечно, это вопрос такой общенациональной безопасности. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, вот дети себя, вот повели себя воспитатели, вернее, педагоги и школьники, все правильно делали? Существуют ли как-то какие-то уроки безопасности относительно основ безопасной жизнедеятельности в рамках этого предмета ОБЖ? Да? И вы, когда приходите к школьникам, я надеюсь, вы приходите, да, в те же самые школы, вы рассказываете, как себя вести именно о безопасности? Ну, безусловно, сотрудниками управления Росгвардии по Тверской области проводятся встречи в школах, проводятся уроки мужества, вот, проводятся инструктажи, занятия по порядку действий в чрезвычайных ситуациях. То есть дети реально знают, вот ты находишься в школе, как быть, вот как в этой ситуации? Учительница сказала, все под парты, да, и как-то кому-то это спасло жизнь. А кто-то выпрыгивал из окон, да? Здесь опять же таки тоже вот как вот, есть ли пожарный выход, чтобы знали, куда бежать? Но это уже вопрос к сотрудникам МЧС, но тем не менее здесь все должны, наверное, работать на одно общее дело. Безусловно. То есть уроки мужества, они, мы говорили здесь о патриотическом воспитании, это тоже необходимо. Что-то должно ставить преграду этой информации из интернета, которой они подпитываются часто дети, да? Конечно. А вот знаете, есть такое изречение, мудрость такая, да, если хочешь победить своего врага, воспитай его детей. Поэтому вот здесь надо обратить внимание на то, кто, собственно говоря, детей-то наших воспитывает. Часто это совсем не родители, совсем не школа. А современные технологии, они получили доступ практически к каждому ребенку. Да? И мы с вами понимаем, что сейчас это, в общем-то, да, непонятное орудие в руках, в общем-то, самого маленького ребенка. Да? В начальной школе у нас практически у каждого ребенка уже есть смартфон. Что там, где ребенок делает, а родители, как это, вот мне ни странно, не интересуются. Хотя неоднократно, когда вот приводишь аналогии и спрашиваешь, ну а почему вам это не... Ну что он там может найти? Ну ВКонтакте с друзьями общается, ну в игры играет. Ну хорошо, а с какими друзьями? Мало кто знает даже, с какими друзьями. Что за личности там, да, с ним разговаривают? Ведут беседы, что они ему рассказывают, во что они его вовлекают. Когда мы выпускаем ребенка во двор, мы всегда спрашиваем, куда ты пойдешь, во сколько ты придешь, с кем ты там будешь гулять. Когда друзьям идет в гости, да, знаем, куда идет конкретно, что за друг, во сколько вернется, чем он там будет заниматься. Все досконально выспросим, не дай бог, что случится по дороге. Когда мы отпускаем ребенка в интернет, это вообще безграничный мир с самыми разными личностями внутри. А никто из родителей, как правило, не задает вопросом, а что ты там будешь делать, а с кем ты там разговариваешь, что вы обсуждаете, а что там тебе интересно. Вот это, конечно, парадокс. И здесь нужно каждому задумываться, а кто же в итоге воспитывает вашего ребенка? О воспитании несколько чуточку попозже. Давайте об оружии сейчас, да, Сергей Александрович. Статистика какая у нас по нашему Тверскому региону? Сколько владельцев оружия? Вот переходим к тому, как в руках у этого молодого человека оказалось зарегистрированное ружье. Угу. Ну, на территории нашего региона зарегистрировано большое количество владельцев оружия. Более 47 тысяч владельцев оружия. Это много для нашего региона? Это много для нашего региона. Мы, собственно говоря, находимся в центральном округе, наверное, на третьем месте после Москвы и Московской области. Да что вы? А почему, с чем это вообще может связано? Это для чего? Это охота? Это что? Это как какой-то стендовая стрельба? Ну, больше всего, наверное, из-за специфики нашего региона, охотничий регион.
Между двумя столицами, можем сказать, да, находимся. И сюда все приезжают, и здесь как бы владельцев... Или здесь имеется в виду именно жители Тверского региона? Жители Тверского региона. Больше 47 тысяч. Владельцев у них на руках более 63 тысяч единиц оружия. Это большое количество. Вот вопрос, что необходимо знать владельцу, чтобы получить разрешение на... вот это вот боевое, скажем так, огнестрельное оружие. Что нужно вообще сейчас? То же самое, как вот я у Олега Владимировича спрашивал, алгоритм действий, да? Алгоритм действия будущего владельца оружия каков? Ну, боевое ручное стрелковое оружие гражданам никто никогда в руки не даст и никакие разрешительные документы не оформит. Поэтому в первую очередь я рекомендую изучить требования федерального закона об оружии, где четко даны определения оружия, в том числе для граждан, это гражданское оружие, то есть где можно ознакомиться там, то есть что есть оружие самообороны, есть охотничье оружие, есть спортивное оружие, ознакомиться с требованиями, которые прописаны для граждан, там, то есть какие документы необходимы гражданину подать, чтобы получить то или иное разрешение. Ну и, соответственно, вся информация, которая... В последующем необходимо, все изложено, указано в федеральном законе. Вот в эти 47 тысяч, более 47 тысяч, это владельцы охотничьего или сюда же входит оружие для самообороны? Здесь разные виды? Да, здесь градации, безусловно, есть. Из 63 тысяч у нас порядка 10 тысяч единиц от гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом. 45 тысяч единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и более 7 тысяч гражданского огнестрельного оружия травматического действия, ограниченного поражения, так называемая травматика. Травматика. Травматика тоже необходимо получать, что просто так травматический пистолет не может находиться у человека дома. Да? Нет, безусловно, практически требования для всех одинаковые, что для гладкоствольного оружия, что для огнестрельного оружия ограниченного поражения, требования практически одинаковые. Вы как-то фиксируете возраст? Вот с какого возраста можно приобретать? С 18 лет? Да вот все говорили, что вот этот молодой человек, он еще совсем молод, а у него уже вот есть разрешение. Не поднять ли возраст, по-вашему, это как-то вообще спасет ситуацию? На мой взгляд, все равно положительный эффект будет по той простой причине, что 21 год более зрелый возраст, более сформировалась психика. Предлагают, да, 21 год? Вот. Более того, там, как показывает практика, львиная доля владельцев оружия – это у нас мужчины. То есть, соответственно, это лица, которые уже пройдут службу в вооруженных силах, у них будет... навык обращения с оружием, ну и, соответственно, в любом случае таких моментов опасений, что они могут случиться, будут гораздо меньше. То есть вы считаете, что как бы возраст нужно поднять, да, владение? Ну, как одна из мер, однозначно, угу. Да. Тем более требования федерального закона определяют, что, ну, грубо говоря, на огнестрельное оружие ограниченного поражения имеют право граждане Российской Федерации, достигшие 21-летнего возраста. Угу. Вот. А на гладкоствольное оружие требования законодателя все-таки остались 18 лет. И я думаю, что имеет смысл рассмотреть вопрос об увеличении возраста. Угу. А по истечении какого срока необходимо подтверждать свою, что ты по-прежнему психически здоров, что ты вообще можешь владеть этим оружием? Нужно как-то подтверждать. Проходит 5 лет, ты подтверждаешь, ну, как права, вот, да, вот нужно как-то пересдавать экзамен или что-то там. Как врач подтверждать свою категорию? Безусловно, разрешение на право ношения и хранения оружия выдается сроком на 5 лет. По истечении этого срока граждане также предоставляют в полном объеме медицинские документы об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Если это владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, они предоставляют документы о успешном прохождении там экзамена по
мерам и навыкам безопасного обращения с оружием. Ну, вот мы видим, да, мы видим здесь, что у человека есть оружие, значит, он всех специалистов, по идее, да, прошел, да. И, значит, ему давали медицинскую справку. Сейчас эта медицинская справка необходима, да? Безусловно. А почему тогда, говорят, сейчас вносится в законопроект новые изменения, какие-то о необходимости медицинской комиссии для будущего владельца оружия? Это уже речь идет о государственных медицинских учреждениях? Да. Если и будут рассматриваться изменения в требования федерального закона об оружии, как бы законодатель настаивает на том, что медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием выдавались государственными медицинскими учреждениями. А сейчас частные клиники, да, да, этим делом занимаются, да? То есть есть специальные, как вот проверка на здоров ли... Имеются учреждения, которые получили специализируются на этом, да? То есть у них есть лицензия, да? Может ли ваше подразделение отказать, допустим, человеку, что нет, мы тебе не дадим разрешение на оружие, хотя и справка у тебя медицинская есть, и что-то. Есть такие какие-то показания? Безусловно, есть. Помимо того, что гражданин предоставляет в адрес подразделения лицензионно-разрешительной работы документы, проводится ряд регламентных мероприятий, в ходе которых гражданин проверяется наличие судимости, наличие административных правонарушений, осуществляется выход к нему по месту жительства с целью проверки условий сохранности оружия. А то есть тут мы говорим о необходимости, еще сейф должен быть? Безусловно. Если это оружие. Угу. Вот. Ну и, соответственно, по результатам проведенных мероприятий либо принимается положительное решение о выдаче лицензии либо разрешения на оружие, либо выносится отказ. Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста, установленного законодателем. То есть мы определились, либо это 18 лет, либо это 21 год для оружия неограниченного поражения. Не представившим медицинские заключения об отсутствии медицинских противопоказаний, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно. Либо вот здесь еще интересный момент есть, уже как бы изменения в федеральный закон были. Либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое и особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия. То есть в этом случае гражданин не вправе никогда. Никогда. Если он уже применял, если, допустим, это был разбой вооруженный, да, он применял это оружие или какое-то убийство. Разбой, да, убийство. Да, тяжкие статьи. А если это не тяжкая статья, тогда судимость должна быть погашенной, да? Да, безусловно. Как еще одна мера рассматривается вопрос, но это уже давно прорабатывается этот вопрос, так же, как вот с оружием. Преступление совершено, лица судимы, имеющие погашенную судимость, если у него две судимости, за тяжкое и особо тяжкое преступление, тоже оружие не выдавать. То есть уже прослеживается система и, собственно говоря, наверное, стоит. А обращались такие решение. Люди, которым вот нельзя? Были случаи, что вы отказывали? Ну, безусловно, были, конечно. Были такие, да. Желающие, да? А вопрос тогда, не будут ли в данном случае, что греха таить, есть такие случаи, когда, ну, допустим, целые тайники обнаруживают дома, незарегистрированное оружие. Вы тоже этим занимаетесь совместно с полицией, я знаю, да? И каким-то образом выявляете, которое тоже, если висит ружье, оно должно выстрелить. Ну, зачастую, да, в рамках осуществления контроля за оборотом оружия сотрудниками управления Росгвардии по Тверской области совместно с сотрудниками органов внутренних дел, как практика показывает, там владельцы зарегистрированное оружие, они тоже им ничего не мешает там хранить оружие, которое находится в незаконном обороте. И в ходе осуществления контроля за сохранностью вооружения, да, там, то есть выявляются либо боеприпасы, которые, в общем-то, не должны находиться по месту жительства гражданина, либо оружие, находящееся в незаконном обороте. То есть все эти моменты, все это оружие изымается, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством в отношении владельцев оружия. А, Сергей Александрович, у вас хватает сил вот на эти более 45 тысяч человек, владельцев оружия, все это делать, проверять у вашей службы? Тем не менее, проверочные мероприятия, они продолжаются и будут осуществляться за 4 месяца 2021 года. В
всего лишь за 4 месяца составлено более 1000 уже протоколов за нарушение и правил хранения оружия. За нарушение уже, да? Абсолютно. Выявляются нарушения, составляются протоколы. Сколь-либо интенсивнее стала работа вот после вот этой вот трагедии непосредственно ваших подразделений? Или вы работаете в штатном режиме, как и раньше? Мы работаем в штатном режиме. Понятно, ряд моментов, на которые мы обращаем внимание, приоритеты немножко поменялись. Это помимо оборота оружия, надзорные мероприятия мы проводим в отношении частных охранных организаций, которые несут службу по охране объектов образования. Это то, о чем мы говорили, да? Да, совершенно верно. Вот. Так все остальное. Лариса Анатольевна, мы говорим здесь, вот мы уже затрагивали тему воспитания, наверное, да, прежде всего нужно в человеке что-то вот тут вот в голову, ну, каждому не залезешь в голову. Раньше, когда учились мы, как у Высоцкого, чему нас учат семья и школа, да, школе тоже уделялось большое место воспитании ребенка. Сейчас какая-то либо ответственность существует ли у тех же самых педагогов, и есть ли что-то, и мы знаем, что и Национальная гвардия, и полиция приходит, кто только не приходит в школу, чтобы проводить те же самые уроки мужества и какую-то патриотическую составляющую вносить в воспитание ребенка. Что школа? В школы вернули воспитательную компоненту. Несколько лет назад на высоком уровне было принято решение, что школа только учит, воспитывает родителей, что было, конечно, неправильно. А, соответственно, сейчас все возвращено назад. Школа в том числе является воспитателем наших детей. Школа обязана иметь план воспитательной работы, и это жестко достаточно проверяется и контролируется. Вопрос в другом, как это все реализовывается, потому что составить план и воспитать – это две разные вещи. Две большие разницы, я бы даже сказала. Поэтому, конечно, здесь вопрос встает и к формам этой воспитательной работы, потому что нельзя ребенка специально воспитывать, скажем так. Вот тут я тебя учу час, да. а потом следующий час я тебя воспитываю. Потом перерыв, да. От 3 до 5 мы занимаемся воспитанием. Да, или сейчас мы тебя повоспитываем, потом, значит, пойдем как бы вот гулять, и там воспитывать уже, да, не уже будем. Не надо. Это совершенно, конечно, неправильно. Здесь воспитательной работы должна быть пронизана вообще вся педагогическая деятельность. И здесь большие вопросы возникают в том числе к... Ну, к кадровому составу, да, наших педагогов, потому что, к сожалению, у нас сейчас очень много произошло изменений в последние годы. У нас педагогика, к большому сожалению, да, она у нас, в общем-то, стала не в части, там, да, вот в связи с предыдущими изменениями, поэтому у нас вузы готовили математиков, там, историков, филологов, но не педагогов. То есть для того, чтобы быть педагогом, нужно было получать, до сих пор еще нужно получать, помимо бакалавра, еще плюс дополнительный там, ну, педагогический уровень образования. Конечно, не все шли дополнительно учиться. Соответственно, у нас в школах есть историки, есть математики, есть физики, но, к несчастью большому, иногда не бывает педагогов, потому что просто ну, слабое владение методиками педагогическими и даже, ну, незнание каких-то азов, незнание наших великих педагогов и российских, и международных, в общем-то, оно дает свои плоды, потому что педагогу проще отмахнуться от проблемы, чем начать решать ее педагогическими приемами. Поэтому, конечно, мы знаем об этих ситуациях и регулярно обращаем на них внимание. И здесь, конечно, должна работать очень тесно связка школы и родители, чего тоже, к несчастью большому, иногда и не происходит. А почему-то, где же роль родительского комитета? Почему-то, да, вот у нас теперь родители, они рассматриваются только как организаторы каких-то чаепитий и праздников, но да, никак и не... источника денежного пополнения. К сожалению, да. И здесь, конечно, мы говорим о том, что это быть не должно, потому что когда родители чувствуют такое потребительское к себе отношение со стороны школы, конечно, у них нет желания взаимодействовать, потому что, ну, зачем ходить на собрание, когда там опять в очередной раз соберут там, ну, да, по 1000 рублей на подарки, да, грубо говоря. Поэтому, конечно, нужно от этой схемы, конечно, отходить. И, наверное, процесс этот будет долгим, не сиюминутным, как нам хочется. Нам хочется сейчас прям все изменить уже, да? Но надо понимать, что это долго. Мы к этому долго шли и также долго будем уходить. Рушили, да, да. Прежняя система, которая создавалась тоже годами и была одной из лучших в мире, да? Лариса,
Анатольевна, ну вот тот же, наверное, вопрос относительно психологов школьных. Да, ведь можно же индивидуально, да, посмотреть на ребенка, пообщаться и понять, что он собой представляет из себя. Пообщаться можно, но все психологические тестирования в школе только, опять же, по согласию родителей. Да, родители часто не заинтересованы в таких тестированиях, они подозревают страшное, им не хочется, в общем-то, они считают эту работу бесполезной по разным причинам. Да, соответственно, психолог тоже в данном случае у нас оказывается, ну, такой вот, извините за такое слово, ну, бесполезной единицей, потому что в рамках непосредственно своей работы он должен заниматься оцениванием качеств ребенка, способности его к обучению, скажем так, да, способности к усвоению материала, способности к выполнению заданий, да, вот как бы вот эти степени адекватности его. Но все, что касается его внутренней личной жизни, это, в общем-то, за пределами полномочий школьного психолога. Об этом тоже мы говорили. Мы говорили о том, что надо, во-первых, расширить их полномочия, во-вторых, все-таки дать возможность проводить работу, если это необходимо, даже в случае отсутствия согласия родителей, потому что у нас даже в Семейном кодексе есть такое понятие, как противоречие интересов родителей и интересов ребенка. Да, в этом случае органы опеки должны выступать на стороне ребенка, но и в школе в этом случае должна тогда все-таки, наверное, выступать и педагог, и психолог на стороне интересов ребенка, если они считают, что это будет ему необходимо. Ну и здесь, наверное, еще один важный момент – это, в общем-то, школьная образовательная среда в целом, да, когда мы говорим о высокой конфликтности детских коллективов, и все старательно делают вид, что ничего не происходит. Угу. Это беда наша. И когда этот уже нарыв там, да, вскрывается… А вскрывается он таким вот страшным образом, где-то прорывает. Да, и мы начинаем разбирать ситуации. В общем-то, и очевидно, что вот это вот замалчивание проблемы, это равнодушие к детям, оно до добра никогда не доводит. Поэтому лучше, конечно, все-таки проявлять со стороны администрации школы, да, со стороны родителей активность, активное участие в судьбе каждого ребенка, в его внутренней жизни, и, в общем-то, не давать ему возможность искать ответы на свои вопросы, они очень бывают сложными, в интернете. Мы опять вернулись к тому самому неравнодушию человеческому. Несколько секунд до конца эфира, уважаемые друзья. Ваш совет, представители закона, мужчины, жителям региона. Да что сказать в этом случае. Наверное, все-таки возвращаясь к событиям в Казани, все это понятно, что ужесточение мер. Все это здорово, все эти вопросы будут рассмотрены. В любом случае с подобными ситуациями могут спасти только комплексные меры и ограничительные, в том числе и совместная работа правоохранительных органов по выявлению указанных граждан. Угу. Это тоже немаловажный фактор. Олег Владимирович, ваши пожелания? Я, что касается, буду ближе к нашей тематике, хотелось бы как сын, как отец, как бы родителям пожелать быть поближе к детям, побольше вникать не только в их проблемы, а просто в их жизнь. Хотя подчас, конечно, на это не хватает времени, но находить, да, его. А детям быть поближе к родителям, потому что на сегодняшний день, ну это, наверное, всегда так было, да, поколение, следующее поколение, оно считает, что их родители, они немножко уже как бы из другого какого-то мерка, меньше понимают, меньше развиваются. Ну, пожелать, чтобы дети и родители были поближе, наверное, друг к другу. Угу, угу. Лариса Анатольевна. Ну, золотые слова. Золотые. Ну, как не присоединиться, конечно же. Я думаю, что вот, ну, нет, наверное, такого человека, который бы сказал, вот нет, не надо так делать. Конечно, вот мы все, наверное, за это. Вопрос там, кто как это воспринимает конкретно в своей семье. Поэтому, да, любите своих детей, слушайте их почаще. Самое главное, слышите, что они вам говорят. Спасибо огромное. Спасибо за участие в программе. Напоминаю, что сегодня говорили о безопасности в наших школах. Будьте здоровы, не болейте. До свидания.